Научиться рисовать может каждый. Это девиз одной из творческих студий города Ставрополя. Так ли это на самом деле, я буду проверять на себе. Перед глазами чистый холст, выше то, что должно получиться на выходе. Итак, начнем. Трудности начинаются буквально с самого начала. Действует привычка брать определенные цвета из баночек с краской. Поэтому первым делом ученик теряется, не зная, с какими именно тонами надо работать, чтобы добиться нужного цвета. Такой начальный ступор на языке профессионалов называют «страх белого листа». Избавить от него – первая и основная задача преподавателей студии. Рисовать, в принципе, может каждый совершенно. И независимо от того, есть способности, нет способностей. В любом случае, это страх. Страх перед тем, что не получится. Получится в любом случае, главное – желание. С первого раза что-то получается редко. Вот в данном случае у меня не получилось ничего. Но бояться не стоит. Я в данный момент работаю с маслом. Есть вот такая штука, она называется мастихин. Все, очень просто, можно удалить. На этапе исправления ошибок становится легче. Учитель дает направление, позволяя воображению раскрыться. Здесь не ставят рамок. Любой художник волен писать так, как он видит. Совсем не обязательно копировать картину целиком. От каких-то элементов можно легко отказаться. А если фантазия рвется ввысь, то дополнение картины только приветствуется. Кстати, чтобы лучше видеть тональность, можно использовать пару приемов. Прищурить глаза или посмотреть на картину издалека. Ну, тональность такая. Нет, вообще у меня слишком, мне кажется, это какой-то темный. Да. Ну что ж, хочу сказать, что художникам быть невероятно трудно, и все-таки с преподавателями, которые постоянно направляют твою кисть и твою руку, все становится не так уж и тяжело. Итак, моя картина практически готова, осталось сделать последний штрих. Творческий процесс, как правило, длится 3 часа. Научиться рисовать и сделать свою картину за одно занятие – это реальность. Проверено. Анастасия Романова, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».